познакомился однажды в интернете. Я с красивой девчонкой одной, но живет как будто на другой планете. 8000 километров по прямой. Написала мне: люблю тебя и точка. Я спросил: а как же встретиться с тобой? Здесь у нас уже весна, набухли почки. Здесь у нас уже весна, набухли почки. А у вас еще морозы, ой-ой-ой. А в интернете нет ограничений. Здесь нету времени и расстояний нет. И гигабайты разных сообщений летят по миру, обгоняя свет. И писали мы полгода обещания, что друг друга не забудем никогда, что однажды, не сдержав свои желания, ты приедешь или я махну туда. А потом все как-то тихо завершилось. Интернет, наверное, в дождик отсырел. Только мне еще довольно долго снилось. Только мне еще довольно долго снилось, что на поезд в первый раз я не успел. А в интернете нет ограничений. Здесь нету времени и расстояний нет. И гигабайты разных сообщений летят по миру, обгоняя свет. Прошло 2 года, словно 2 минуты. Я часто чуть не плакал до зари. И все время не хватало почему-то твоих писем, полных ласки и любви. Я старался внешне не поддать и вида, но в душе не знал, что делать мне теперь. И однажды ты пришла, забыв обиды. И однажды ты пришла, забыв обиды. Наяву пришла и позвонила в дверь. А в интернете нет ограничений. Здесь нету времени и расстояний нет. И гигабайты разных сообщений летят по миру, обгоняя свет. Ведь в интернете нет ограничений. Здесь нету времени и расстояний нет. И гигабайты разных сообщений летят по миру, обгоняя свет.